Добро пожаловать на канал Эмоджику. Сможете ли вы угадать страну по ее достопримечательности? Давай проверим. Готовы? Тогда начнем. Эйфелева башня, Франция. В какой стране находится эта достопримечательность? Биг Бен, Великобритания. Колизей, Италия. Тадж-Махал, Индия. А где находится эта достопримечательность? Парфенон, Греция. Статуя Христа Искупителя, Бразилия. Мачу-Пикчу, Перу. Пизанская башня, Италия. Великая китайская стена, Китай. Чичен-Ица, Мексика. Сиднейский оперный театр, Австралия. Стоунхендж, Великобритания. Это статуя свободы, США. Храм Святого Семейства, Испания. А где находится эта достопримечательность? Пирамиды Гизы, Египет. В какой стране находятся эти знаменитые ворота? Правильный ответ – Германия. Ледник Перита Морена, Аргентина. Храм Василия Блаженного, Россия.
Форт Бойяр, Франция. Дворец Кёнбакун, Южная Корея. Свеаборг, Финляндия. Гран-Плас, Бельгия. А где находится эта достопримечательность? Гигантский Будда, Китай. Барабудур, Индонезия. Памуккале, Турция. В какой стране находится этот храмовый комплекс? Камбоджа. В какой стране находится самое высокое здание? Объединенные Арабские Эмираты. Моай, Чили. Город Петра, Иордания. Мост Золотые Ворота, США. Гора Фудзи, Япония. Замок Будда, Венгрия. Брюгге, Норвегия. Дубровник, город в Хорватии. Аютхая, Таиланд. Стена плача, Израиль. Гранд Каньон, США.
Дорога гигантов, Ирландия. Собор Святого Стефана, Австрия. Писающий мальчик, Бельгия. Улуру, Австралия. Озеро Натран, Танзания. Лувр, Франция. Замок Нойшванштайн, Германия. Озеро Клилук, Канада. Древний город Паган, Мьянма. Драконий хребет, Китай. Камень Кёрагболтен, Норвегия. Поющий дом, Германия. Тюльпановые поля, Нидерланды. Памятник русалочки, Дания. Каньон Антилопы, США. Колонна мира, Исландия. Московский Кремль, Россия. Золотой камень, Мьянма. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Пока!